Всем привет! С вами Наталья, вы на канале ArtMania.kz, канал по вязанию. В этом видео мы с вами вместе научимся выполнять имитацию прикетлеванной горловины, которая выполняется по ходу вязания воротника. То есть сначала вяжется воротник нужной формы, к примеру, высокий либо короткая горловина, и затем выполняется имитация кетлеванной горловины, и далее вяжется корпус, рукава и так далее. У меня на канале есть уже видео по выполнению ложной кетлевки, но там она выполняется уже после того, как изделие связано. То есть она выполняется либо по открытым петлям, либо по закрытому наборному краю. Здесь же мы будем выполнять с вами вязание сразу. То есть вяжем воротник и затем выполняем имитацию вот такой кетлевки. Она достаточно эластичная получается. С лицевой стороны выглядит аккуратно. И с изнаночной стороны тоже выглядит очень аккуратно. Итак, давайте приступим. Итак, предположим, вы довязали воротник ваш на нужную высоту. И теперь мы переходим к имитации прикетлеванной горловины. Будем выполнять имитацию в несколько этапов. И первым рядом мы будем провязывать все петли лицевыми, независимо от того, какой узор был на воротнике. Вот я заканчиваю ряд, перебрасываю маркер и вяжу все петли лицевыми. Полностью весь ряд. Итак, я провязала первый ряд лицевыми петлями. Следующий, второй ряд вяжем таким образом. Мы удвоим в нем количество петель, находящихся на спицах. Вяжем лицевую, провязываем, затем вот так накидываем протяжку и вяжем изнаночную петлю, именно скрещенную, чтобы получилось, чтобы вот здесь как можно меньше получилась дырочка. И повторяем лицевая и изнаночная петля из скрещенной протяжки. Вот таким образом. Повторяем это действие до конца ряда. И таким образом удвоим количество петель, находящихся на спицах. Вот протяжка. Накидываем ее на спицу и вяжем изнаночную петлю, чтобы протяжка получилась в итоге скрещенной. Видите, она перекрещивается. Итак, мы провязали второй ряд имитации прикетлеванной горловины, в котором мы удвоили количество петель и вязали его следующим образом. Лицевую мы провязывали, а изнаночную мы добавляли из скрещенной протяжки. Теперь мы вяжем третий ряд, и это будет у нас полая резинка. Вяжем его следующим образом. Лицевую мы снимаем, нить за работой. Вот таким образом. Изнаночную провязываем, лицевую снимаем, нить за работой, изнаночную провязываем. И таким образом мы поступаем до конца ряда. Итак, провязали мы третий ряд и по совместительству первый ряд полой резинки, в котором мы лицевую петлю снимали не провязанную с нитью за работой, а изнаночную провязывали изнаночной. Теперь вяжем второй ряд полой резинки и четвертый ряд вообще. Его вяжем следующим образом, наоборот. Теперь мы будем изнаночные петли вот так снимать с нитью перед работой, а лицевые провязывать. Изнаночные снимаем, нить перед работой. Лицевые провязываем и выполняем эти действия до конца ряда.
Итак, я провязала этот ряд полой резинки, в котором мы изнаночные петли снимали с нитью перед работой, а лицевые провязывали. Сейчас мы вяжем следующим образом. Мы изнаночные провязываем, а лицевые снимаем с нитью за работой. Изнаночные провязываем, лицевые снимаем нить за работой. И обращаю ваше внимание на то, как у вас лежат петли. Вяжите их таким образом, чтобы они не получились скрещенными. Вяжем пятый ряд полой резинки. Просто вяжем пятый ряд. Мы связали пятый ряд, полой резинкой вязали. Теперь вяжем шестой ряд. У нас петли чередуются лицевая, изнаночная. Те, которые у нас лицевые, мы вяжем изнаночной. А вот эту изнаночную мы снимаем непровязанной с нитью перед работой. Следующую лицевую вяжем изнаночной. Изнаночную снимаем. Лицевую изнаночной, а изнаночную снимаем. И таким образом мы вяжем весь ряд до конца. Видите, что у нас получается вот такой рубчик. Итак, вяжем седьмой ряд. Будем провязывать 2 петли вместе и таким образом убавим их к исходному, вот здесь к началу, количеству петель. Провязываем следующим образом 2 петли вместе с наклоном влево. Смотрите, как у вас расположены. У меня расположены верно. Я вот таким образом подхватываю сразу 2 петли, захватываю рабочую нить и провязываю одну. И таким образом вяжем все петли. 2 петли вместе с наклоном влево. Видите, вот оно уходит как бы налево, эти петли. Вяжем таким образом до конца ряда. Итак, в результате выполнения всех действий мы получим с вами вот такую вот аккуратную горловину, похожую на обработку фабричным способом. Она достаточно хорошо тянется, выглядит очень аккуратно. На этом у меня сегодня все. Надеюсь, видео было вам полезно. Ставьте лайк, если это так. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на Инстаграм. Удачного вам вязания. Всем пока!